Всем привет, сейчас буду вскрывать тыкву сорта зимняя сладкая. Вот так она выглядит, зимняя сладкая. Сейчас посмотрим, что вообще за тыква. Ну вот, смотрите. Во-первых, сразу начнем, наверное, с минусов, потому что плюсов здесь нет слова совсем. Во-первых, тыква мелкая сама по себе, это раз. Во-вторых, на плите было всего две штуки. Вот. Если, допустим, сравнивать ее даже с тыквой сорт «Осенний пирог», в среднем на осеннем пироге на один корень мог дать до 5 тыкв. 5-7 тыкв. Это всего 2. Тыква была на одном корне, то есть, ну, она, короче, у одного растения. Кожура твердая, мякоть вообще безвкусная, мякоти вообще мало, то есть вот это все, это семенная сумка. Я не знаю, что тут вообще есть-то, блин. Но я такой сорт больше не буду выращивать, по слову совсем. Потому что сорт отстойный. Я не знаю, какой. Не знаю, ребят. Тыква, короче, ну, по моему мнению, тыква херня.